Доброе утро. Сегодня день защитника пожарной охраны. Ну или можно назвать это день пожарника. Но пожарник обижается, когда его называют пожарником. Поэтому лучше называть его пожарный. Также хочу отметить то, что спички детям не игрушки. Покупайте зажигалки. Вот. Насчет пожарника. Есть такой жук-пожарник. Тот, кто не знает, из него делают натуральный краситель. То есть высушивают жука, далее измельчают и получают натуральный красный краситель. Так что если вы кушаете натуральную пищу, знайте, красное мороженое из жука-пожарника. Но сейчас все химическим путем получают, поэтому навряд ли вы это встретите. Тоже не редкость. Значит, суть вопроса сегодня такая. Делали вы подпалы? Если делали, вот, пишите в комментариях, где. Также напишите свои контактные данные и телефон. С вами свяжутся сотрудники пожарной охраны. Вот. Еще хочу добавить то, что сегодня впервые появилась, ну, лет так 70 назад, вывеска «Голливуд». Вот. Также сегодня, примерно 100 лет назад, в Англии был запрет на продажу алкоголя 18-летним. Вот. И день поиска за углом. Это самый главный праздник. Вот. Кто знает суть, пишите в комментариях. День поиска за углом. Вот сейчас у нас здесь есть угол. Мы пойдем и поищем за этим углом счастье. Поэтому подписывайся, ставь большой-большой лайк. Ну, короче, ты понял, какие будут видео дальше.